Я вам перед началом этого видео попрошу вас подписаться на все мои разные профили в соцсетях. Кому интересно, там Инстаграм, Контакт, Мюзикали, прочее. Все ссылочки будут в описании. Погнали! Здорово, ребзи! Как ваши дела? Как начался учебный год? Обязательно пиши в комментарии, поскольку мне в натуре интересно, как много двоечников или отличников меня смотрит. А сегодня будет таки выпуск, которого я никогда не делал. Я вообще не фанат. Нет, я, наверное, фанат косплея, но мне очень нравится, когда реально классно люди переобразовываются в каких-то персонажей. Можно почувствовать себя ребенком, когда идешь на какие-то геймерские все фестивали, все остальное. Там реально можно погрузиться во всю эту атмосферу. Сегодня я хотел бы посмотреть самые худшие и самые лучшие вообще все возможные косплеи, потому что их не так было много, именно на персонажа из фильма «Оно», на клоуна, которого зовут Пенни Пайс. Что? Пенни, как ты там, Пенни? Пенни Вайс, вот. Сегодня я хотел бы посмотреть именно косплей на Пеннивайз. Сколько мне говорили, что есть очень много смешных и очень много, ну, сильно страшных. Давайте посмотрим все, которые есть. О-о-о. Не, ну такого Пеннивайза я не против, чтобы он ко мне приходил. Я не против. Даже не каждые 27 лет, а каждые 27 минут. Как тебя? Алиса, Мэри, Бэби. Короче, приходи, я буду только рад. Ну, пацаны поймут. О, господи. Это, насколько я знаю, вот эта фотография очень уже распространена в интернете. Это действительно чьи-то родители и ребенка загримили под этого клоуна. Ну и логично пустили в речку. Оно реально нагоняет ужас. Такое впечатление, что это даже фрагмент из фильма. Не, ну это уже какой-то деревенский движ. Чего у него с головы торчит? Но если присмотреться на его лицо, то как будто он говорит: вот это поворот. Ну или что-то в этом роде. Ну ладно, стояночка. Или что-то вот, что-то вроде: привет, дорогуша. Или нет, или: где твой огурчик? Или еще круче: кисонька, кисонька. Ладно, слишком много внимания этой картинки, давайте дальше. О-о-о, а вот это уже как будто фотография Советского Союза. Че могу сказать об этом? Ну, в принципе, какой-то очень огромный мужик. Блин, я не знаю, вроде бы как бы прикольно, я бы обосрался ночью, отвечаю. Но шарики слишком естественно выглядят. Ну, не нагоняет страха, знаете. Потому что, если мы помним, в фильме были ярко-красные, такие кровавые, что ж, глаза выпадают. А тут, ну, вот эти ленточки лишние. Кукла, блин, я не знаю, он погиб. Помогите, батя, ты меня кинул. Я перебухал вчера, походу. Вот это, короче, как-то так. А вот этот клоун говорит что-то вроде: приветики, не ожидал меня увидеть. Это что такое? Я знаю, он мне напоминает ананаса из Спанч Боба. Вот это вот причесон этот. Я вообще не понимаю, это Пеннивайз или кто? Кто это такой? Смотря на него, я могу представить, что он говорит только одно. А что он еще может сказать с таким-то лицом? Здесь, что здесь? Костюм. Костюм крутой. Шарик классный. Вот, реально яркий. Но я уже вижу очень внимательно, что это фотошоп. Ну, вообще, здесь эта фотография очень сильно обработана, поэтому только из-за этого она выглядит так ярко. Вот шарики на заднем плане. Он такой, как металлическо-серебристый такой. Грим на лице какой-то вообще, ну, неудачный. Ну, вот эти вот разводы и парик как-то вообще беспалевно висит. Оригинал фотографии намного хуже, чем вот это. Смотришь так на него и, знаете, вот прям хочет сказать: слышь, семки есть? Чё по масти? Братан, забери меня отсюда. И все бухают, братан. Чё там дальше? Что за херня? Что это такое? Это Пикачу? Нет, это не Пикачу. Это банан. Или это Росомаха? Это Росомаха! А что с ним такое? Что у него валяется внизу? Я понял, мать. Вот это реально рог на затылке? А этот персонаж может, ну, наверное, только сказать что-то типа вроде: я Росомаха. Я готов убивать. Нет, нет, другое. Где тут туалет? Я вообще не понимаю, как это попало в косплей Пеннивайза. Далее. А вот это, пока что, это мне больше всего нравится. Очень прикольно, но видно, что уже потрескалась краска на мордяхе у него. Он уже линзы одел, и волосы здорово поставлены, очень круто. И костюм, наконец-то, не серебристый, не белоснежный. Вот он был засорный, именно такой вот, знаете, кремово-грязный цвет. И здесь то же самое, наконец-то. И шарик.
человеки красные. Вот это вот прикольный косплей, я даже не могу подшутить над ним. В натуре, красавчик, братан. Очки надо. Не, ну это я не знаю. Этот костюм ни о чем, я не знаю, там бабушка даже не в трамвае не отделается. Эти шаровары. В принципе, он может идти реально в цирк, и никто не испугается. Давайте дальше. Что это такое? Полуклоун, полуаладдин. А лицо, посмотри на эту физиономию. О, нормальный порошок был. Зашло. Ого. Нормас. Как будто наркоман в натуре отделанный. Она такая страшная. Прям усраться и не встать. Вот костюм крутой, но что с ее лицом? Это что, тинки-винки или это телепузики у нас? Ну вот посмотрите на ее лицо, посмотрите. Внимательней посмотри. Я не брею ноги, я приготовила тебе борщик. У меня за окном радуга. Шо еще можно сказать? Как он сильно держит эти шарики. Это именно, знаете, бабушкин внучек. Сделали костюм сыне. Там какой-то толстый старпер, походу, сидит. Я не знаю. Ну посмотрите на вот это вот. Парец, вот этот вот что. Ну на 50 размеров больше, чем он. И, короче, там даже никто не отлавливается на то, что он стоит. Даже никто не хочет с ним фотографироваться. Это просто жесть. Я хочу самокат. Давайте дальше, реально. Что мы здесь видим? Это, мне кажется, реально самый офигительный косплей, который мы сегодня наблюдали, лицезрели на этого Пеннивайза. Он офигительный. Слева от него мы наблюдаем эту амазонку, а точнее Селена Гомес, которая ограбила будку с шаурмой и ее немного, да, расплющила. Селена Гомес, амазоночка, да, и Пеннивайзик. Ну, он реально крутой, я даже ничего не могу сказать, реально офигительно. И я убью тебя. Вот он реально крутой, вот он прям, да, нагоняет. Иди сюда, пупсик, где твоя бабушка? Ох, как я пернула. Ох, как она напердела. Обязательно напишите в комментариях, какой косплей вам понравился больше всего. И я надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, Дэмиан Волков. Обязательно любите свою бабушку. Всем огромной удачи. Джастин Бибер был с вами. Украинский и непризнанный. Бау.